отец домой наблюдает, думаю, ну дебил. Поля здесь, и если бы не ветер, было бы еще интересней. Расстояние где-то 5 метров расстояние. Я не кричу, говорю обычным голосом, может даже чуть тише, чем обычно. Ветер дует, я немного вот так вот капюшончик накину. Старые такие наушники с микрофоном. Гарнитура LG. Это еще от кнопочного телефона. Ей лет и лет. Хрен знает, сколько ей лет на самом деле. И вот, если ее использовать смартфоном и в качестве диктофона, ну там для видео снимать или, я не знаю, может кого-то подслушивать, писать, допустим, смартфон у вас в кармане, а микрофончик где-то повыше, и так внимание не привлекает, типа же не петличка с микрофоном, а обычные наушники, казалось бы, да? Как они будут работать? Давайте сейчас посмотрим. Значит, берем, включаем диктофон. Включили диктофон и смотрим, что показывают. Ага, работает микрофон. И сейчас уже, вот я уже положил телефон, да? И сейчас звук уже будет писаться с телефона. Сейчас расстояние где-то 40 сантиметров до микрофона. Вот так вот 10 сантиметров. Вот так вот 5 сантиметров. Это на заднем фоне пищал бесперебойник. Сейчас перепады напряжения, так что сорян, пацаны. Вот я его подцепил к себе, как обычные наушники, и сейчас пытаюсь говорить. То есть меня будет слышно хорошо, конечно. Ну, как хорошо. Намного лучше, чем просто положить телефон с собой. То есть голос будет, конечно, слышен. Для видео, например, видеоконференции где-то выступать, это сносно пойдет для минимального бюджета. Но получается ли подслушивать людей, писать людей? Да, если человек рядом с вами, и он говорит, вот, например, ну, стоит перед вами там в метре, то, конечно, его голос будет слышно лучше, чем телефон будет в кармане. Это уже проверено. Вот я включил диктофон, петличка. И сейчас посмотрим, отойдем для примера. Сейчас звук есть, и я отойду хотя бы на несколько метров. Включил диктофон, петличка. И сейчас посмотрим, отойдем для примера. Сейчас звук есть, и я отойду хотя бы на несколько метров. Ну как сейчас меня слышно? Появился ветер. Я на расстоянии метров 5-6 от камеры. 3 метра. Слышно? 3 метра. Слышно? Наверное, не очень, особенно когда ветер дует. 20 метров. 20. Дует ветер, и я на расстоянии 3 метров. Говорю обычным голосом, ни громче, ни тише. Все как обычно. Дует ветер, и я на расстоянии 3 метров. Говорю обычным голосом, ни громче, ни тише. Как обычно. Петличку спрятал под курточку. Ее мне здесь вот не видно. Ну, так получается, если я буду говорить, ну, даже можно уши было бы спрятать на самом деле. Это я просто показываю, что она действительно у меня есть. Это не петличный микрофон, а именно гарнитура. Понятно, что в помещении будет лучше, потому что не будет таких помех. Походим, поговорим. Делал вчера запись диктофона в кармане, держал. Ну, голос слышно. Конечно, ужасное качество. Попробуем еще сегодня поснимать, позаписывать. Спасибо за то, что посмотрели. Такой вот простой фокус.